Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Qubot X19S получить доступ к настройкам разработчика. В первую очередь переходим в настройки, затем в раздел «Система», затем дополнительно «О телефоне». И находим здесь строку «Номер сборки», она у нас находится в самом низу, и тыкаем по ней пальцем несколько раз, пока не появится сообщение «Вы стали разработчиком». И теперь в разделе «Система» у нас появились наши настройки для разработчика. Они все наши супер интересные настройки. Также можете их отключить здесь, и после этого они пропадут из списка настроек. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!